Всем привет, дорогие друзья, с вами Варунс, и это очередное продолжение прохождения Remnant from the Ashes в кооперативе. Присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, продолжаем штурмовать Remnant from the Ashes в кооперативе. По квесту у нас надо найти болотного зверя по-прежнему. Остановились мы в какие-то херпаймические пещеры. Какая-то канава затопленная. Тут темно и неприятно пахнет. В общем, мы продолжаем. Ты готов, Сань? Да. Погнали. Всяк, погнали. Супергеройское приземление и в бой. О-о-о, я не пойду. Почему? Ты знаешь, что там за босс? Нет. А я знаю, походу. Тут надо прятаться. А, это не он. А, сосунок этот. Понятно. Охереть. Начало серии, и уже будем выхватывать. Противный у него рот. Как у моей бывшей. Это ты, блядь, не живой. Ой, я вот этого, кстати, не знаю, босса. Я просто не подходи к нему, когда он скидывает. Он что-то бегает, раскидывает все. Давай, ты трэш ебашь, а я его. Кого делать? Мобов гаси. На мины не вставай. А, еще мины? Это вот мины я скидываю. Да, я встал. Я понял. Ну, мина налетела на мою рыбу. Она сама пришла. Да. Не виноват. Волна! Он обоссал меня, Саня! Волна чудес. Да. Ма. Так, значит, это мобов не вижу пока. Хереть он носит. Нет, этого босса, кстати, я впервые бью. Я его не помню. Сосуд со слизью. Фу. Некуда класть. Сосет со слизью. Да. Это катализатор того. Так, с него больше ничего не выпалось, да? Конечно. Я тоже хочу вот так бегать, чтобы мины в разные стороны летели. Интересно. Под закаточную машинку тебе выдать. Но... Да. Именно. Блин, ну я не думал, что я выхвачу прямо от него. Выхватил. Нет, этого босса, кстати, я не встречал ранее. Откуда ушел? Я никуда, я. Ладно, давай, жду. Догоняй. А жду тебя у выхода. Надо, кстати, посмотреть, что этот талант дает, который он, ну, с него выпал. Талантик. А здесь не знаешь, количество уровней ограничено? Или можно бесконечно прокачивать, пока все таланты не вкачаешь? Пока все таланты не вкачаешь. Так. Заряд модификатора эффектами 2%. А, типа быстрее заряжаются? Блин, тут прикольно, кстати, талант тоже. Тоже нужен. Подожди, это мы где это вылезли? Эй, есть кто? Побежать-то. А, подожди-ка, мы же здесь... Мы здесь были. Кстати, где-то ворота должны быть, которые... Мы сейчас открыть. Ворота откроем, да, и продолжим. Ага. Великое путешествие. Да, очень великое. Прекрасное путешествие. Кругами бегают. Минов ебальничек. Ой, как много ебальничек. Ты не вымолим, а им. О! Прям в очко. Так, а да, сохранимся, тут он контрольную точку есть. Ща. Как раз подрегеним. Так, нам же к этой бабенке-то еще не надо. Нифига, там что-то стрелял, что кого? Ну, я уже 5 рыл отлетел. Сейчас последний, у нас патрон последний. Хорош. Нифига, ты снайпер. Как раз надо сейчас все это восстановить. Это, короче, хочет получить пизды, подожди.
Давай. Все. Все, нормально, восстановились. Так, с этой бабенкой нам говорить не о чем пока. Мы же сердце-то не добыли. О, ты не моим снова. Да. Очко талантов. Куда пополз? Ползи обратно. Блять, мин промахнулся, когда рак. Блин, это я зря кнопки напутал. А, только начала заряжаться. Отлично. Ладно, зарядится еще. В смысле, ты не подобрал железо? А ну-ка, давай-ка. На ресурсы не тут разбрасываться, понимаешь ли. Прикрываю. Так, и у нас опять выбор, левый или правый, да? Да. Ну, по итогу мы можем вообще круголя сделать, прям налево, что ли. Да-да, ты там что-то куда-то иди, я просто там 50 буду все уничтожать, не похуй. Так, а вот здесь что наверху? Сундук, что ли, там? Или мне показалось? Показалось. Ни хрена здесь нет. Хм. Оба кончились, короче, пошли. Ну да. Вот это что за... А, это какой-то корешок. Ты что-то рычишь. Не рычи. Хм, а здесь что? Дядя, ну куда ты? Ну вот... За никого. О, опять этот шлюх, хмырь. Отходи, чтоб я мог обойтись. Ай, у меня топор в спине. Кто-то бежит. Ну, это уже не так страшно. Еще один. Все. Я только начал убегать, мне в спину как прилетит. Ну, это чисто это, тормоз тебе. Блять. Да. Куда собрался? А ну иди сюда, щенок. Сейчас мы с тобой общаться будем. Так, тут он опять это богомол. Видимо, самка, она же сам-то сжирает. Вроде как. Ну, так пытается сожрать. Я не знаю. Я тоже не знаю, я сам не шел. Вот. Так чисто из-за теории. Ну, пока ты живой, в принципе, так что все нормально. Что-то вычитал в свое время. Ну, это другой мир. Да. Тут и богомолы поболее будут. Так, сундучок. Кто кричит-то? А, ко мне бегут бус. Перезаряжаюсь. Вот там нашел-то. А-а-а! Так, иди-ка сюда. Иду. Что-то у тебя там вообще замес какой-то лютый. А, подожди, подожди, а как тебе пройти-то? Ты наверху, что ли? А, нет, вижу тебя. Ладно, не. Все, ладно, я вспомню, потом сделаю. Я бегу, Саня. Да мне нормально, так. Воу! Ты спины еще. Я вижу там еще один. А, прям в грудах. Фу, блин. Всех как растерял. Так, ломик собрать. Не без этого, это уже традиция.
Без ресурсов никуда в этом мире. У меня рюкзак должен быть уже вообще здоровенный. Хм. Всяких полезностей я что-то не наблюдаю в округе. Ладно, шуршим дальше. Стой. Все? Ага. Че, кого? Она отдохнуть его. Лом. Хорошо. Там. Че там? Так, сейчас я карту посмотрю. Так, мы здесь. И это мы сейчас, да, это мы сейчас по кругу идем. То есть нам налево надо. Мы сейчас вот как раз круг откроем и придем ровно туда, куда откуда пришли. Нам вот чуть-чуть вот туда. Подожди, туда ведь? Нет, ни хрена не туда. А! Получай! Получи башки свои. Так, нам вот туда вообще немного назад и направо, да? Да, вот сюда. Все верно. А то кругами бегать такое себе занятие. Угу. Блин, у меня хпшки кончаются. Опять какой-то подвал, да? Да. Продолжим. Кто тут, интересно, ждет нас? Ну, локации, кстати, прилично большие еще. Ну, плюс-минус. Можно поиграть, побегать. Ну, конечно. Ну, не совсем растянуто, конечно, но интересно. Разнообразно. Подожди, там этот лабиринт, там этих миров-то еще. Ого-го, сколько. О, здесь мы не были. Так, все, восстановили. Супер, супер, просто супер. Бежали. В общем, стой. Я понял. Сейчас, момент, Дайна. Мы сейчас идем с тобой на точку сохранения. А, ты хочешь в этот? Скажи. Во-первых, я сейчас переоденусь. Во-вторых, пулеметы, чтобы у тебя были на Фоксе есть еще. Ну, они есть. Да. А будем альтернативным способом убивать или основным? Ну, я не знаю, как лучше, что с него выпадет. Я не шарю абсолютно. Ладно. Так что выбирай. Что, будем альтернативным способом проходить. В любом случае, я зайду, сдохну и буду лежать, смотреть, как ты убиваешь. В общем, давай садись тут на сохранение, чтобы способность у меня обновилась. Давай. Точнее, нет, подожди. Нам блок 13 не надо тебе? Не, мне надо пулеметы сейчас. Я тебе, когда буду говорить, ты будешь ставить пулеметы. Суть в чем? Здесь будет такая, типа, медуза в воздухе. Ага. Она будет выпускать огоньки самонаводящиеся. Их надо отстреливать. Угу. Пулеметы за тебя будут их отстреливать. Потом он вызовет свою вторую близнеца, и их надо будет одновременно убить. О-о-о. То есть не одного, а потом второго. То есть мы будем на мосту. С моста можно упасть. Мансить нужно будет очень серьезно. Так что как бы готовься. Ну тебя... давай, что, поехали. Наказание. Вот, одна вот здесь будет летать, а другая с противоположной стороны, да. Медуза, я зря так сказал. Ну, короче, вот, жук медузы. Ну, что-то похоже. Бабочка какая-то. Бабайка. Вот, она лучи всякие херачит. Да.
Ай, хороший стал. На второй вызвал? Да. Примерно одинаково убиваем. Пулеметы вызывай. Оба сразу? Да. Да, она может скинуть тебя. Не, она не скинула, она просто опрокинула хорошо. Нужно внимательно смотреть. Так, подожди пока. Нижнюю надо подбить. Сколько? Так, ну сейчас плюс-минус одинаково. В пушке опять ставь. Тихо, не спеши с прохода. А, это, о, пушка. Тару. Гаси, гаси ее быстрее. Все, отлично. Ачивка. Бой! Супер, супер, просто супер. А, щупальца стража мы получили. Ну, это, наверное, потом у той девчонки в блоке 13. Талант новый. А, новый талант палач. Что он дает? Шанс крита, вот что мне надо. Да. Шанс крита мне нужен. И сердце стража дали. Даже сердце стража. А, ну это не то, это другое. Все, ну блин. Если знать, как убивать, то в принципе не сложно. Угу. А вот и все, дорогие друзья. Была бабочка. Стала не бабочка. Так, дальше-то что, куда? Все, выходим, а мы сейчас должны к фее пойти. А, так это и был этот, что ли? Ну, все, тебе же сказали дополнительный сет. Точно. Хильнуся. Не хватает места. Чё, вторую призвала? Нихера себе хитрая бабёнка. Магия какая-то. Так, давай сохранимся, восстановим рез. Ништячок. Пойдем. А в обраточку. Немного грустно то, что нельзя вот по контрольным точкам, которые ты когда-то открывал, телепортироваться. Вроде же нельзя. Ну, типа сразу к бабке к этой. А можно было? Да? Угу. А чё это мы не пошли? А фигня. Пешком даже. Ну да, то пешком ходишь, отстреливаешься постоянно. Я понимаю, конечно, ресурс, там, кач и так далее, но... Нахрен оно нужно, да? Ну, наверное. А я помню, нам вот прям вдоль стены налево, да? Туманное болото. Туманное болото, не будь ко мне жестоко. Тут меня сейчас тут насуют. А, ты куда? Ты где? Я тебя не вижу. Иду. Я возвращал. Так, подожди. А, я здесь, на вот... О, нифига там прилично обходить. А, хотя вот она там должна быть. А, вижу врага. Можно просто пойти. Ну кому это надо, да? Конечно. Опа. Что случилось? Я пальнул. Нет, ты не попал. Я даже в своих не попадал. Стоячую цель. А им за что надо? Уровень аима равен космос. Ну, как ты со мной вздумал, щенок? Ну, было бы прикольно, конечно. Моргенштерн с черепушкой.
повысим. О-о-о-о-о! Не ори на меня. Я подлагивать начал, это нехорошо. Так, что, сохранимся? Угу. Сейчас они опять резнутся, да, все мобы? Ага. А негодяи какие. Так, пойду я с этой мадам поговорю. Что она мне скажет, что она мне даст. Извините. Кто мы? Ты одна сидишь опять, не путай. У тебя получилось. Искал наблюдал. Страж мертв. Ты отдашь нам его сердце? Так что, отдать, не отдать? Мы будем в вечном долгу. Давай, куда деваться? Нам тут больше некуда идти. Давай. Да, вот сердце страж. Да, да. Спасибо тебе, чужак. Ты навсегда в наших сердцах. А вот и обещанная награда. Что она мне даст? Мы любим говорить. Опа, сет, арбалет. О, прикольно. Так, хочу взглянуть на твои товары. О, вот, кстати, коррозию снимает зеленый лист. А, и настойка. Настойку я возьму. Это я люблю. Давай штучек 10, что ли. А это еще божественный нектар. Повышает эффективность брони на 10% на 60 минут. О, прикольно. Но это мне не надо. О, оружие есть. Вау! Какая-то коса. Не знаю, что это за коса, но она мне нужна. Да хранит тебя Искал. Да, все, спасибо, он меня хранит. А, так, урон у этой кос... А, это, да, на то, что... Так, а что это дает? Ага, шанс крита... Крит урона, здесь еще шанс крита 5. А, шанс крита у этой 15, да? А, уборочный инструмент со смертоносным изогнутым лезвием. Недостаток урона компенсируется возможностью наносить быстрые размашистые удары. Так, ну подожди, мне интересно, я тебя улучшу, коса. О, нифига себе. Ну что, мы желаем говорить с тобой. Прикольная коса, кстати. Оставлю ее, пожалуй. А, так. Все, мы с ней поговорили. Кстати, мы с ней поговорили. Чего? Вернуться в лабиринт. А мы можем телепортироваться в лабиринт? Я не хочу опять бежать назад. Да, вон нам лабиринт надо там. Должен быть куда-то. Уже ключ там должен появиться. Перемещение. Так, блок 13. А, вот лабиринт есть, да? Да. Угу. Все, погнали. Так, а какого цвета у нас ключ есть? А я не знаю, где посмотреть. Рюкзак. Красный. Так, материалы. Так, сердце. О, сердце бессмертного есть, нифига себе. А, ключ, ключ, ты ключ. Ты должен был обменить. А, вот, ключ лабиринта. Кажется, это загадочный символ. Он белый. Просто белый. Ну, пошли фиолетовый. Мне кажется, он любой открывает. Типа, есть ключ, иди открывай дверь. Нет ключа. Он... Сиди и не тренди. Сейчас посмотрим. Так, извиняюсь. Открыл? А, это еще не все, да? В смысле, ты меня не телепортируешь? Телепортируй. Нет, сюда нет. Не то? А, нет, пошел. А, подожди. Не открывает? Да. Ты не открывает, смотри. Все, поехали. А воюем дальше, новая локация. Камень Роя. Одинокого врага убить не в состоянии труда, но встреча с целым Роем обернется настоящим кошмаром. Хм. Типа такую канитель лучше не трогать, я так понимаю. Рыло отлетит на раз-два. Ого. Да, добро пожаловать на манок. Лес какой-то.
Руины. Так, я вот думаю, может в блок 13 слетать, улучшится маленько. Пошли. У меня там что-то всякие артефакты. Мы достаточно бусочку бахнули. Ну да, да, там новые эти умения будут. Угу. Потом сюда вернемся. Мы считай, что трех боссов хлопнули. Или трех вроде, да? Если не ошибаюсь. Так. Мне нужна мадама. Не туда побежал, ну ладно, здесь я тоже куплю. Это все вещает про. Давай, быстрее, ну, быстрее. Давай меняться. Так, у меня есть деньги, у меня есть все. Все скупить. Пока. Все, покусички. Подожди, а вот этот не мой, у него уже DLC надо добрать. Чтоб что-то купить. Давай, торговать. Быстрее, хочу взглянуть на товары. Все через DLC. Либо... А, мерцающий осколок здесь нужен, да? И DLC-шки. Ладно, я тебя понял. На этом мы с тобой прощаемся. Чем могу помочь? У тебя что? Давай глянь. Да, ну у него... Ну, в принципе, все те же товары. Аксессуаров нет. И расходники. Ладно, это пока не надо. Что еще? Че пыхтишь опять? Ну ладно. Так, разийная аура создает ауру в радиусе 5 метров, которая перемещается с владельцем, периодически накладывает заряды коррозии. Каждый заряд уменьшает защиту врагов на 5%, максимум 6 зарядов. Ну, такое себе. Иммунитет, вонючка, растение-приманку. О! У меня появились оружие. Осквернитель. Пистолет. Выпускает залп из 6 радиоактивных снарядов, которые рикошетят от объектов, окружающих, наносит 35 единиц. О, вот это прикольная фигня. Это я возьму. Так, потом опустошитель. Есть снайперка. Это же снайперка, да? Только что урон 19. Знаешь, что у меня фишка? Модификатор бессмертия. Если эффект был получен при смерти заклинателя, то возродится 50% другой герой. Также будет получать на 10% меньше урона и получит иммунитет ко всем эффектам на 5 секунд. А, чисто это вот... Блин, прикольно, бессмертие. Порождение халявно. Да. Так, топор какой-то есть. А это что? Цепь мясника. Блин, ну я эти пушки все хочу себе. У меня все есть, в принципе. А, покупка. А здесь еще метка охотника. Это мне не надо. Но это все такое себе, даже не хочу на них тратиться. Ага, иди уже. Да. Да отстань ты меня со своей болтовней. Так, теперь пистолетик. Так, невозможно убрать. Ну пофигу, что невозможно убрать. Уже ствол нормальный. Далее. Лучевая винтовка. Блин, может снайпер? Опа. О, арбалет! Нифига себе у него. 207 урона. Охереть, он наваливает. Но у него что-то... Ага. Плюс один снаряд. Оптимальная дальность 18 метров. Боезапас 25. Шанс крита, да? Оптимальная дальность... Так, чуть выше. Так. 22 метра снайперка и бессмертие. Блин. Это мы снимем, короче. Подожди, а как снять-то? Так. Возьму-ка я арбалет, пожалуй. Поставлю... Так, духовный двигатель заряжает модификатор на количество вдвое, повышающий наносимый урон. Так, непонятно. А, коррозийный удар. Так, это коррозия. Так, удар накладывает на противника заряда коррозии. Каждый заряд уменьшает. Блин, ну прикольно тоже цепь. И топор. Так, я не могу понять, что он делает. Шанс крита маленький. Все маленькое. Ладно, оставлю пока вот этот, он в принципе оптимальный. И шанс крита оптимальный у него.
Так, а что за сет дали? А, маска убийцы у меня появился. Сет ассасин. Так, после перезарядки первый выстрел из того же оружия по врагу повышает общий на 7. Ого. Первый выстрел, да? 30% к урону. Скорость перезарядки. Ладно, одену этот сет. Так, дает усиление, которое повышает на 7 урон. При получении урона бонус на 7 урон превращается в бонус снижения урона. Блин, или тот сет оставить? Ладно, оставлю пока свой сет. Он у меня, в принципе, чуть-чуть точенный. И он защиты дает. Плюс-минус нормально. Так, маленько улучшились. Пистоль прикольный. Арбалет. Тоже ничего. Итак, дорогие друзья, на этом серия заканчивается. Продолжим в следующей серии, так сказать. Итак, всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока.